Или этот хрен опять вылезет, будет бегать за нами, который не убивающий. Во второй части была такая фигня, мы, помню, можно было его на куски развалить. Когда мы это делали, он пока собирался, было время. А потом еще, если его стазисом залепить, было вообще замечательно. Так, я знаю, тут был еще какой-то вход, не тут, а с другой стороны. Нам надо сюда, так что мы не будем медлить, просто пойдем по направлению, по локатору. Инженер Айзек Кларк, мастер на все ноги и руки. Опа, красавчик. Ты смотри, какая прелесть. Ух ты что. Если бы он встал, я бы не удивился. Эй, топорик-то оставь. Эй, оставь топорик. Еще один. А вы что, сговорились, что ли? Что я вам сделал, парни? У меня ничего нету. Остань. Да ты смотри, блин, ребят, остыньте. Гевенюк. Так, нам в этот лифт, поэтому мы зайдем сначала сюда, посмотрим, что тут можно сделать. Может быть, есть что полезное. Так, стазисный. Ой, что-то мне подсказывает, что... А, о чем сюда полезли? О чем сюда полезли? Тут с этой стороны такой же вход, да, как с той стороны. Но не все так просто. Мы тут кое-что нашли. Классно. Может быть, мы пропустили такую же штуку с другой стороны. Проверим. Раз уж мы решили пробежаться. Я там просто не обратил внимания. Давайте глянем все-таки, на всякий случай, а вдруг есть. Не, нифига нету. Надеюсь, топлива там хватит. Вот сейчас встречайте гостей. Вот увидите. Вот увидите. Придется воспользоваться кинезисом, чтобы установить топливную... Ага, форсунку. Окей. Без проблем. Слушайте, мы немало модулей нашли модификации, нам теперь осталось только правильно их распределить на правильную пушку. Верно? Ой, зря использовал патрон. Так, что дальше? Топливная система запущена. Сколько же времени... Ох, боже ж ты мой, какой... Хитрожопый хрен. Эй, парень. Топорик, распрячь. Так, короче, нам надо продержаться за это время. Это, думаю, будет не так сложно. Надеюсь на это. Вот и все. Осталось только отсоединить топливную форсунку. Выключатель находится в центре. Окей. Говнюк, здоровье, поел. Ага. Как ее отсоединить теперь?
Кажется, здесь. Okay, tanks full. Try again. That's more like it. Okay, I'm initiating a test fire of the shuttle's engine. Take cover. This could get hot. Так, ну что? Stupid bloody ancient signal. Oh god. Isaac, I think I just started the launch sequence. Молодец, я же говорю, без нас улетит нафиг. You what? Look, just get out of that chamber before it bakes you to a crisp. Твою мать, куда бежать? Вернитесь, Я знаю, что мешает. Я даже не хочу туда идти, мать вашу. Вы издеваетесь, что ли? Смерти моей хотите, да? Вы послушайте музыку, она говорит только о том, что там нас ждет огромная страшная жопа. Или что там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто бы мог подумать? И что нам делать дальше, ребят? Нам надо задача успеть. Ой, твою мать, кто ж знал? Кто знал? Прям сейчас. Так. Это мне напомнило судью Дреда. Как они пробегали там. Ну вы помните, вы смотрели кино, я думаю, все. Ой, не-не-не-не-не, парни, не-не-не, стоп. Смотрите, его даже эта фигня не убила. А мне сейчас конец. Да ёлки-палки, ну какого хера? Откуда ты взялся, говнюк? Так, все. Меня ничего не интересует. Он двигается. Бегом, Айзек Ларк, бегом. Так, готов голубец. Сейчас появится говно это, смотрите. Что ты будешь с ним делать, а? А чё я сюда пошел? Какого фига ты сюда пошел? Может он покорить немного тут, сволочь? Давай! Времени нет, парень. Давай! Твою ж мать, откуда ты? Где лифт? Дерьмище. Стой здесь. Лифт так долго опускается. Давай. Вот тут начинаются ужасы. Еще бы знать точно, куда бежать. Ну ты посмотри, что ты будешь делать, а? Вот какого хера ты? Я буду бить сейчас, да, буду бить. Биться головой об стол, если мне придется еще раз покрыть это все сначала. Так, стоп, расслабься, мужик, все нормально, просто беги, выполняй постепенно. Я хотя бы знаю уже, куда бежать. Это облегчит задачу. Эти мать их сопла мешают мне двигаться. Ну, конечно, как же так? Лучше без этого. Так, давай, Айзек, давай. Ты можешь. Можешь, парень, ты можешь. Ты близко. Все просто. Просто беги, двигайся. В
просто двигайся, Айзек. Твою мать, какой он страшный. Только посмотрите на него. Где гребаный лифт? Давай, Айзек. Жаль, что нельзя самому сохраняться. Ну да, все для консоли. Чтобы дольше хватило. И куда дальше? А, куда? Да. Должен успеть. Что теперь, а? Не может атаковаться, потому что заклинил механизм открытия ворот стоянки челноков. Необходимо устранить неисправность, пока весь этот корабль не разнесет на куски. И что делать? Я понял, окей. Патронов должно хватить. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Надеюсь, внезапности больше не будет. Мы уже знаем, что и как. Налево или направо? Вниз. Бегом! Туда. Так. Давай, 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 давай. Все верно, все верно, все верно. Где это говно? Где этот хрен, скажи мне? Ой, я сейчас горю тут нафиг. Я не хочу начинать все сначала, не хочу! Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу жить. Дайте мне возможность. System check complete. То есть все хорошо? Можно не беспокоиться? Ну да, конечно. Вот здесь все начнется. Так, что там у нас на сей раз? Фрагменты крупнокалиберного орудия блокируют... Нужно убрать. Все, я понял. Это не просто так. Будет биг бадабум. Как я нафиг их взорву? А, вот так. Так, куда, куда дальше? Я просто постреливаю это говно все и... Или его можно убить? Смотрите, его можно убить. А я думал, нет. Только нужно крупнокалиберное оружие нужно. Все просто как никогда. Сиди, стреляй. Так, все. Пора заканчивать. Я надеюсь, это не конец, и все так должно быть, да? Или мы сейчас нафиг упадем на планету неизвестную? Все путем, Айзек, держись.